Других вариантов у тебя нет. Да ладно. Никаких «да ладно», ясно? Если что, зови, я тебе помогу. Я не болтать сюда пришел, Рой. Отсюда до центра города. Завтра в полночь стартуем. Что происходит? Малышке стало грустно, ты же не взял ее с собой. Она чуть не плакала. Детей обязательно надо брать с собой в поездки. И страну нашу замечательную посмотрит заодно. На скорости. Вот именно. Он 140 выжил. У меня перерыв, я обедаю. Игра окончена. Попробуем. Вафелек бы сейчас, да? Да. Скандинавский форсаж.